Защититься от опасного вируса поможет прививка. Сотрудники администрации Акушинского района вакцинировались от COVID-19. В Центральной районной больнице они привились первым компонентом отечественного препарата «Спутник Ви». Перед процедурой всех проверили на наличие антител. Сотрудников также осмотрели врачи на предмет отсутствия или наличия противопоказаний к вакцинации. Напомню, муниципалитет получил 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции. На данный момент в районе привились уже более 80 человек.